Участки 860, выборы проходят организованно, люди идут в хорошем настроении, очень активны наши граждане. Пришли некоторые задолго до открытия участка, и с 8 часов мы уже начали активно голосовать. За первые полчаса проголосовало больше 100 человек, из них пятая часть – это молодые люди до 35 лет. Есть уже двое, кто голосует впервые. Молодежь у нас тоже очень активна. Ну и пенсионеры нас радуют. 20 человек пенсионеров пришли. Из них есть люди с инвалидностью. Тем не менее, они приняли решение голосовать именно на участке. Особенный день, потому что мы выбираем главу региона. Мы выбираем то, как будет наша область развиваться в ближайшие 5 лет. Потому, конечно же, это праздник и такой взгляд в будущее, куда пойдет область. У меня традиция, я всегда хожу утром с 8 до 9. Сделать дело и потом спокойно уже заниматься всем остальным.